Нет, ты сейчас, сейчас запускаем, ты здоровишь, всем, всем чипуль говоришь, и все нормально, все чики-поки. Начинаем запись. Все, отлично. Чё, отлично. Готов? Да, я готов. Четыре человека, нет, сейчас будет лаги, баги, шляги. Сейчас будем угорать. Нормально. Ну что, погнали. Три. Погнали. Два. Один. Всем привет, ребята, с вами вновь Сквал, и сегодня я не один, вместе с собой тот человек, которого вы очень давно просили, чтобы он снялся вместе со мной, вернее, я это? Вместе с ним. Кто да, же это? Сам Римас. Сам да, здоровый, Римас, ёпта. Римас скатился. И, короче, с нами Кавилор, Doom Spirit. Да. Вот, в общем, мы четыре человека, привет, вы ребята. Как бы просили, чтобы мы собрались наконец-то. Где ты, кстати, Сенич? А я возле своего корабля. Кавилор? И, ребята, как вы догадались, это No Man's Sky, которого от меня никто не ждал. Шномон, я на базе. Ждала. Кавилор на базе. Doom Spirit, ты где? Выслушиваю доклад командира, секунду. Лечу. Лечу. Так, ладно, короче, поехали. У меня выполнено важное событие. Да? Поехали. Ну хорошо, поехали за мной. Ко мне на базу. Там, ребята, все встречаемся, катаемся на машинках, потом едем в интересную, прям летим, вернее, в интересную систему, где там интересная планета. Чуть позже потом расскажу об этой планете. Профессор Римас, можно вопрос? Да. Как взлетать? Нажимаешь вперед просто, зажимаешь вперед и все. О, я взлетел. Я вижу. Вижу, написано Римас до прибытия 4 секунды. Давай, за мной лети. Короче, окей, смотри. Только надо узнать, где ты. Вижу. Shift нажимай вот так вот. Ты должен взлететь, покинуть планету, ну, атмосферу. А потом уже пробел зажимаешь, вот в мою сторону лети. И зажимай пробел. Ты видишь мою базу, вот где Кавилор находится, видишь? Вот куда я лечу. Так, я вижу метки. Так. Короче, офигеть, а что оно такое чувствительное? Ну, это так вот. Привыкай. Вижу Римас до прибытия 2 часа. Вот. Да. Навелся на тебя. Смотри, ты сейчас должен пробел зажать. Ага. Импульсный двигатель отключен, планетарные помехи. Ну, ты должен сначала оторваться от планеты немного, потому что там планетарные помехи будут у тебя. Окей. А потом зажать. Короче, полетел дальше. В общем, Сенич-то, он снимал, ребята, раньше. Ну, как бы, только игра, когда вышла. Потом все, как я, в принципе, когда только начал снимать эту игру, заново. Тоже учился. Это жесть. Для меня, знаешь, как будто первый раз начал. Вот реально так и есть. Так, ты, короче, лети, да? Летишь ты уже или как? Я просто сейчас... Да, я уже вылетел куда-то, как за какой-то астероидный поезд пролетел. Да, ты теперь пробел зажимай в мою сторону и вот так вот лети, короче, в этом режиме. А ты у меня на той же планете, типа. А, хотя подожди, вон еще метка есть какая-то. Тут меток просто вагон. Так. Я тебя жду. Я сейчас остановлюсь возле этой. О, база Римаса, на нее лететь? Да, на нее лети. На шифтах. Окей. Да, до прибытия 1 неделя. Ты, если в таком режиме. Короче, я на шифте полетел просто. Нет, на нее. Не на шифте. Ты на шифте будешь до утра лететь. А, пробел, да? Вот направься и пробел зажми. И все будет чики-поки. Зажимай. О, все, поехало. Да, все, отлично. Наконец-то! Я разобрался, аллилуйя! Все, давай, это. Садись ко мне на базу. Да. Неизвестная планета. Да. Наведись на нее, просто наведись на нее. И C нажми, чтобы понять, что это за планета, чтобы это сканировать. И все нормально будет. Ага. И Донетис 2. Гамма-корень. Это ты гамма-корень? Да, я. Это моя планета. Моя база здесь находится. Отлично. О, все входят в систему. Клево. Угу. Блин, игра изменилась очень сильно. Она вообще другая стала. Понятное абсолютно. Дело, аркада. Но здесь очень много контента. Гринд, наш симулятор гринда. Симулятор собирания ресурсов. И здесь очень много ресурсов. Очень много. Зафиксировано враждебное сканирование. Опа, пойду тебя спасать. Пираты? Да, они сейчас сначала с тобой на связь будут выходить. Ну, ты, конечно, их не нажмешь.
Что, тебя перехватили, нет? Кстати, у меня постоянно мигает какая-то фигня, и типа нажмите X. Да, забей. Лети. Что, тебя перехватили, нет? Нет, я на планете приближаюсь. Не успели перехватить, нормально. Удерживайте Е, чтобы оставить метку. Да, ты можешь метку поставить. У меня какие-то пробуждения какие-то идут. Так, Возбуждение. Так, подходишь? Слишком высоко, чтобы начать посадку. Да, Е потом нажимаешь рядом. Все, посадка начата. Все, я на планете, аллилуйя. Да, ты можешь сканировать все. О, я вижу, как у баги. Смотри, это радиоактивная планета, имей в виду. Это мои баги. Смотри, иди ко мне. За мной иди. Вот здесь входы, ты можешь заходить. Видишь, я вот базу построил себе. Да, вижу. А это твой друг? Где мой друг? Вот, смотри. Чупулька. Да. Ну, это этот. Членообразные существа здесь у меня живут тоже. Вот. Окей. Вот здесь, смотри, заходи в базу. Сейчас. На базу заходи. Ты должен подзарядить свой этот. Никита, скажи. А он у меня почти полный. Вот здесь вот телепорт, не нажимай на него, ты телепортнешься куда-нибудь в другое место. А он не сможет нажать. Вот что. Я база под землей. Что-то хочешь продать, тут терминал. Продажи я вот построил. Журнал. Здесь у меня переработчик. Точка сохранения. О, может сохраниться, да? Да, можешь сохраниться. Точка восстановления сохранена. О, прикольно. Теперь я буду у тебя на базе резаться. Ну все, хрен от зла, ты меня выгонишь теперь. Нет, почему? Ну ты можешь... Вот сейчас, если ты базу открыл, ты можешь с любой точки вообще галактики, ты точно ко мне на базу через телепорт, когда уже нормально так пройдешь некоторые миссии. А телепорт это... Типа взлететь повыше и приземлиться? Нет, ты просто телепортируешься и все. Че, погнали, ребят, кататься? Пойдем сюда. Так, сейчас я... Ага, вижу. Вызывай вездеход. Вот подходи, вызывай его. Я его вчера скрафтил. Короче, ребят, вот про этот вездеход, который я вам в прошлой серии говорил, то что вот я его собрал потихонечку, по тем же миссиям, что мы проходили в прошлой серии. У тебя, правда, вездеход, как он у тебя? Ты можешь добывать? Добывать? Сейчас посмотрим. Что там вроде... Нет установленных сканеров, и добывать ничего не могу, понятно. По ходу дела. Ну да. Ну, нормально, ладно. Че, погнали куда-нибудь? Пальчики искать. Погнали. Так, подожди, мне инвентарь полный показывает. Сейчас у меня нифига ничего не полное, я вообще не понимаю, что происходит, но пофигу. Так, пугни надо тоже закинуть. А у тебя тут трассы нету на скорость? Сейчас проложим. Блин, прикольно, так. Вообще шняга, конечно. Правда, имейте в виду, что если какой-то фактор, да, кто-то вас хочет убить, а вы находитесь в машинке, урон наносится вам полностью. Как будто вы не на машинке находитесь, понимаешь? Блин, ну это вообще стрёмная такая тема. Да, ну так. Какая техника, она же типа защищает должна. Обновление Next, она как бы сказано, типа это еще только начало. Все, что тут. Ага. Короче. Так, а в вездеходе нельзя построить эту какую-нибудь там шнягу стреляющую? Нельзя, тебе надо пройти миссии. Вот я вот, видишь, построил, у меня все стоит. Да, я вижу. Прошел миссии. А у меня просто клевые баги. Да. Я могу из вездехода выйти и подобывать, в принципе. Да, ты можешь выйти подобывать, но однако у тебя будет разряжаться там всякое, ну, как бы это... Ну, а в машине-то зарядится нормально. Да. Сень, ты где? Никит, ты где? Вот копаю углерод у тебя на планете, на баге. Ты знаешь, что ты должен платить налог, если ты копаешь у меня на моей планете? Налог, короче, хром, 500 штук за один углерод. А ты жесткий. Я жесткий, да. Я, кажется, на тебя метку поставил, да? Капитализм. Здесь, кстати, бури бывают, так что имейте в виду, ребята. А вы где? Да вот у меня. Вы у меня пропали вообще. Давайте на переговоры. В смысле пропали? Вот я тебя вижу. Я вижу. Только это, метку-то надо какую-то поставить. О, смотрите, какой ехать. Кактус прикольный, ходячий. Глазастый. У него разные глаза. Вообще жесть. Клевый. Он знаешь, на кого похож немножко? Помнишь, в «Звездных войнах» был такой чувак жирный? Да. На планете. Да, точно. Четыре машинки, да? Может быть, поставим метку? Сейчас, подождите. Как сделать? Куда бы пойти, а? Давайте его забыть. Карта есть? Нет, здесь карты системы нет такого понятия. Хотят ввести, обещали, по крайней мере, вводить. Вообще было бы удобно.
пусть закрытая, но типа ты там следующий изучаешься. Бортуешь. Блин, прикольно вообще, она так классно ездит. Короче, есть несколько видов этих багги. Да, 3 или 4, да, Никит? Давай я засканю что-нибудь. Ну давай, я тоже вот засканю. О, смотри, смотри, смотри. Здесь соль, месторождение. Не добывайте его, пожалуйста, возле моей базы, хорошо? Я буду эти шняги ставить. Автономные добытчики. Бесконечные. Короче, на выбор склады, капсулы или заброшенное строение. Склады? Или капсулы? Давай. Давай склад зарядим, склад какой-нибудь. А, тут еще и рейдить можно? Да, здесь можно рейдить разные базы. А-а-а, пиратствовать! Я обожаю пиратствовать. Нашел. Вон склад ресурсов. Отметил. Отметил? Как он? Я не вижу. Фиолетовый такой? Сейчас, подождите. Фиолетовый значок такой, типа... Вместо того, чтобы... Типа арки, да? Подожди, где ты нашел? Сейчас. Ну, я вот смотрю, на радаре какой-то фиолетовый отметил. Значок есть. Видите? Нет, фиолетовый это артефакт. Вижу, отметил. Поехали за мной. А, все, вижу. Синий ромбик, да? Ага. Да. Сейчас я заправлю столько, подождите. Все, заправил. А, ребята... Кстати, мне как заправляться? Машинки... Ну, за счет углерода. Если у тебя закончится бензин, топливо, окей. Я тебе передам углерод. У меня его много. Хорошо. Все, поехали. Что-то как-то у меня она медленно едет, что ли? Или это я топлю так? О, что за фигня? Урон какой-то пошел. Да, это тебя шняга. Растение тебя. Растение, да, тебе клюнуло. Растение вот скорпион ее называют. Клюнуло-то. Так. Блин, 3 минуты до туда будем ехать. Есть предложение просто взять. А, вы же не сможете вызвать, да, этот багги? Ну, Сеня не сможет. Да, Сеня не сможет. Я не смогу, да. Если не, ну я, конечно, могу вернуться, сесть на корабль. Не надо. Поехали. Может, я тоже думаю, это будет так сесть. Доедем так, да. Чипуль. Блин, прикольно. Вездеходики. Блин, раньше же ничего этого не было. Не было, да. Ну, вездеходики. Раньше на планете там было, назад, блин. На планете, помнишь, раньше было 3-4 ресурса и все, пипец. Больше этого делать нечего было. Ну, раньше вообще изначально игра, она задумывалась для того, чтобы ее просто тупо исследовать и дойти до центра галактики, все. Но это скучно. Ну это скучно, да. Никита, это в тебя, да, так? Мысли сходятся. Да, ребят, полноценно. Слушай, такое ощущение, что я реально медленнее. Ну, да, мы... потому что я шифт жму. Да, я тоже шифт жму, да. У меня технология ускорения не установлена. Да. Ах ты, иди сюда, я сейчас убивать буду. Кстати, в воду можно залазить или что? Да. Да? А мне интересно, мне можно или нет? Да. Опасный уровень радиации. Нифига себе, она еще под водой, да, ездит? Фоторежим. Зарядить снаряжение. Осталось еще подводные лодки сделать, как в Сабнафтике. Все, у меня топляк есть, я зарядил, короче. Да, и подземных этих, подводных монстров, короче. Да. О, здесь у нас неопознанное растение, подожди. Ну-ка я выйду. Открою некоторые растения. Прикольно, под водой можно ездить. Жесть какая. По кайфу. Вообще офигенно. Блин, смотрите, как клёво. Смотрите, под водой огромная радиация, так что просто так... Ой, ёптать. Не вылезайте. Ой, ёптать. А чё за херня, подожди. Привет, Субнатика. Подожди. Так. Водоросли, мешок какой-то я достал тут под водой. Интересно. Прикольно, она еще и прыгает под водой, лол. У-ху, как она катается, классно. Давай, тащи, катку тащи. Катку тащи, в дотанчик переиграл. Смотри, можешь меня толкнуть? А, все, не надо, все нормально. Обнаружена местность. Я выехал. Так, вездеход, конечно, топливо очень много расходует. Да нет, кстати, нормально, я где-то на середине зарядился. Сейчас. Тихо. Подводные существа, надо их просканировать тоже. Сеня, у меня за один скан 66 тысяч дает. Просто водоросли просканировал. Офигенно. Мне что-то по 500 давали за какие-то там деревца, там за всякую фигню. Улучшенные шняги поставить вот эти вот. Ну, пока рано об этом. Подожди. Блин, я думаю, надо будет как-нибудь стримчик сделать и прям часа 3 в ней поковыряться. Да, мы, блин, я здесь сейчас ночами сижу просто тупо. Ладно, потом подводный мир просканирую. Поехали дальше. Сколько у нас там осталось? 43 секунды.
ночами он сидит. На самом деле я знаю, что он сидит, делает. Ну, серьезно, Мот, да, Никит? Подтверди. Да. Кавилор! Лошарю, я в итоге первый приехал. Не молчи. Да, ну мы под водой тут. Че этот? Да у меня это АК без ускорения, я вот телепаюсь, ты не спеши. Во, а здесь что за шняга, ну-ка подождите. Поблизости обнаружены токсины. А, меня какие-то дроны сканят. Беги. Смотри, перед дронами не вздумай ничего добывать. Ну, на данном этапе. Сейчас-то нам пофигу, по идее. А что, я не могу ничего добывать, у меня машина, 4 колеса и все, больше ничего нет. Нет, пешком. Так, буря, буря, ребята, заходите, у кого нет этих защиты. Ну, а в машине мы защищены, типа? Да. Да, в машине все равно. Блин, какая классная буря. Вот тут вот дроны летают, я не знаю, мне их как бы убивать только этим, наверное, распилителем. Тебе, наверное, сейчас надо будет просто от них убегать с криком в панике. Да-да. Помогите, убивают! Я сюда просканировал. Ай, блин, как классно. Вообще классно на этом кататься. Радиоактивная защита открыта. А слушай, а сюда внутрь зайти можно? Куда? Ну, это, по-моему, это склад здание. Без помещений. Это склад просто бочка. А-а-а. Я, короче, норы сделал. Так, что, рейдим, нет? Я готов. Я бы вызвал корабль летающий сначала. Для поддержки. Свободу. О, слушай, Самир, точно, покажи, у меня-то ребята не видели этот супер корабль, который у тебя там прилетает. А, вот, смотри, сверху, смотри. О, смотрите, ребята, прилетела мега моща. Да, это мой грузовой корабль. А ты на нем летать можешь? Да, ну как бы полноценно управлять его нельзя? Чё, начали, нет? А кого надо бить-то, скажи? Надо разрушить бочки, нет, разрушить бочки, и в них будет ресурс. Короче, я вас воздух. А у меня только вот это распил мой стандартный есть. Ты нас воздуха, главное, не убей. Да. Чтоб дамаг мощно идет. А, меня скрыли! Минус одна бочка. Ёпта. Вот о том и речь. А, мне страшно. Бам-бам-бам. Ёпта. Сносим бочки и сваливаем, потому что мы их не перебьем. Робот пришел. Нужно. А дропать можно их, да? Не, подбирать надо их же. Их надо пилить. То есть из них выпадает бочонок, расщепителем его пилит. Слушай, эти дроны какие-то, походу, жесткие. Да, они жесткие. Ой, меня сейчас убьют, походу. Надо сваливать. О, понятно, пещера. Мне с моим уроном вообще к ним лучше не приближаться. А их раздавить можно, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, они меня прям больно бьют. Уезжай. Да. Чё там с бочками? Надо их подбирать или чё? Всё. Активированы средства подавления. Я отъехал, короче, жесть. Блин, мой лазер намного больше наносит урона. Подавление 3-го уровня, срочное. Я так понимаю, сейчас... О, G переключай. Давай... Кто там по мне шмаляет? Ражей. О, у меня хпшка начала восстанавливаться, типа. Да, она восстанавливается потихонечку. Давай робота засамоним. Оп, вот он. Робот! Ой, ё-моё! Сейчас меня убьют. Японский городовой, мама дорогая! Жизнь какая! У меня пол хп на корабле. Он за мной бежит. Маньяки, вы куда, блин, меня заточили, а? Я сваливаю. Ох, он здесь рядом со мной. Ты там их два, там второй появился у Самира. Да, возле меня прям появился. Там самолет, это Никитос на самолет сел. Вот, блин, самый умный, а. Я же сказал, вас прикрыть придется. Он за мной, да, бежит или что? Да, прикрыть. Они нас сейчас, блин, всех прикроют. Стражи. Вот за мной бежит. По мне опять кто-то шмальнул. Смотрите, сейчас дредноут может еще прийти. Их. Так. Вижу робота. Главное, все разбежались кто куда. Я тут один возле бочек остался. Ну, извини меня, знаешь, сколько у меня тут лута с собой? Я сейчас, если потеряю, у меня так бомбанет. Ёптать, за мной бежит. Да, бежит. Меня зажали. Надеюсь, если в воду прыгнуть, что будет? Блин, да их тут штуки 4. Что будет, за тобой пойдет? Да. Он железный, ему пофигу.
Блин. Это... Ой, он передо мной прям появился. Да он за тобой шел. О, там еще трое появилось. Прям. Жестяк. Вот это экшон, вот это я и понял. По ногам стрелять надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Он лезет ко мне круче. В пещеру. Я за Самиром гоняю, фиг знает, что там. Ай, как больно жарит прям. Слушай, надо, походу, корабль вызывать. Я вызываю корабль, короче. Мне там, блин, что делать? Иди. Офигеть, он по мне шмаляет. У вас-то хотя бы ускорение есть. Я, блин, просто пошли с четырьмя колесами и все. Все. О, такая же фигня. Я вылетел. И ты нас покидаешь, да? Нет, ну почему я покидаю? Я как бы спасся. За мной там такая шняга шла, вообще жесть. Че мы, склады-то залутали, нет? А хрен его знает. Я сейчас попытаюсь туда доехать, вы вроде их всех увели. Я сейчас попробую доехать туда, посмотреть, что там есть. Я предлагаю, ну, ребята, отдать жесть. То, что мы нафармили, как да. Компенсацию за то, что он страдает. За моральный ущерб. Ладно, я пойду агру сбрасывать. И встречаемся у меня на базе. И у нас вторая часть, короче, первая часть заканчивается. Вторая часть переходит, это посетить другую планету. Я вам сейчас покажу прикольную планету, ребята. Не, вы его слышали? Он меня тупо завел в какие-то дебри, и поэтому говорит, ладно, короче, встретимся на базе. Вообще-то, это Никитина идея, Doom Spirit. Еще и лагофнулся. Нет, вот я не лагофнулся. Вот нет. В смысле лог? Я что, погиб? Не, вышел. А мне, нет, я думал, ты сказал, вылетел. Я прям за тобой лечу. Ага, ну я хочу до склада доехать, посмотреть просто, что там вообще, осталось что-нибудь? Давайте на базе встречаемся, сейчас... Слушай, ну здесь роботов вроде нету, а сзади меня... Такая толпа вообще, ну, у меня на вообще базе. Чисто теоретически я тут хоть что-то полутать могу в этом, в этих складах. Да, понятно, короче. Мы полутали, там когда убиваешь. Я понял. А как этот корабль свой вызвать? В смысле, как? Ты убираешь корабль? Да. А, не, стоп, у меня тут какая-то. Ага. X, корабль. Вызвать вездеходы. Да, вот. Чипуль? Опа! Его нет. Вот туда летим. Все, готовы? Так, сейчас. Садимся в корабли. Так, где мой корабль-то, ёптать, я забыл. я забыл, куда я приземлился. Вилор, как ты корабль покрасил? Он у тебя белый был. Такой, он ничего не красил, как есть. Нет, у него так есть вроде бы был, да. Вчера я тоже заметил. К твоему кораблю, да, приближаться, Самир? Да. Вот этому здоровому, грузовой корабль. Он у меня так и есть, белый с красными полосками. Я чуть не понял, вот почему у меня такой корабль здесь. Ладно, поехали на этом. Топлива нет. Да ладно. Не, подожди, а почему на этом корабле я? Ладно, вызови, поехали. Другой. Но у меня два корабля же. Коллег. Да. Ладно, поехали. Я не пойму, куда просто, Самир. Вот я сюда, не смотри. Не пойму. Вот смотри, подлетаешь к кораблю. Видишь вот эти вот синие сейчас, вот эти сейчас. Шняги. Подходишь просто, подлетаешь, и она тебя сама затягивает. Ну вот он тебя, белый скраб. Лучи вот эти вот. Да, вот видишь, куда я стыкуюсь? Так он такой был. Нет. Ну, честно говоря, так, у меня да. Что-то постоянно этот... какая-то пробуждение какие-то. Возбуждение, пробуждение. Да, ну, сюжетка это, тебя тащит. Это сюжетка тебя тащит. У меня тоже возбуждение там, пробуждение. Давай, стыкуйся, ну. О, ты себе красивенький купил. Нет, я, это сейчас этот, я нажму это пробуждение, потому что невозможно просто. Оно постоянно бум-бум-бум-бум. Да забей на него, садись уже. Садись на корабль, ну. На абордаж. На абордаж. Место есть, все есть. Че у тебя тут внутри, давай посмотрим. Давай, Синич, вперед. Да я пытаюсь, я не могу понять, вот куда. Е, нажми, синие лучи, видишь синие лучи, где стыкуешь? О, затащило его, нормально. Вы слишком высоко, чтобы начать посадку. Да. А меня самого тащит. Все нормально. Да, все. Ничего не все, я не вижу, чтобы тебя затащило. А, мимо, ничего не протащило. Мимо, его. Давай еще. Давай, Синич. Давай, Синич, давайте все вместе. Синич! Блин, я точно себе геймпад подключу нафиг. Не, геймпад вообще неудобно. Мне не понравилось. Он только Xbox-овые кнопки показывает. Давай, Синич, ну, еще раз. Синий луч без ускорения. Вот, не нажимай Е. Просто влетаешь, да. Залетай. Дядя Синя к нам пришел. Шоколада нам принес. О! Все, поехали за мной. Синич, это мой грузовой корабль. Поем. Я заметил, что явно не космический лайнер. Вот, сейчас я вам покажу. Телочек нет, правда, пока что.
Но розовые лампы уже есть. Да, розовые лампы уже есть. Бригады в экспедициях их ищут, да? Да. Здесь у меня переработка происходит, все, пойдемте на мостик. Прыгнем в самую интересную планету вообще. А ты запись когда начнешь? Так я уже начал запись. Серьезно? Не, просто я-то не начал. Все, готовы? Прыгаем в соседнюю систему сейчас. Вот поехали. Три, два, один, поехали. О, телефон заюзался. Да, конечно, заюзается. Конечно. Вся толпа сейчас там окажется. Одновременно прям. Чипуль. Ничего себе, сказал есть. И я вылетел. Ты вылетел? Синь, а ты? Нет, я снаружи, я снаружи, у меня щита нет. Я погибаю. Спасибо большое. Пойдем. Смотри, я провалился сквозь корабль, отвечаю. Меня вылетело из ЭГТЛ. А меня я просто сквозь пол провалился в космос. Этой игре нужно еще огромное количество времени, чтобы исправить все эти гребаные ошибки просто. Что, починить пол в корабле у Самира? Да. Это просто гребаная жизнь. Что, мне вас ждать, нет? Что, я не понял. Я подключаюсь, я не знаю. Давай. Я заново включаю. А я типа это, ну, мертвый, не знаю. Где я рестусь-то? Заходи, я не знаю, сейчас посмотрим где-то. Отличная игра. Нас это слило в галактический гальюн. Щит отключен. А я умер? Кто-нибудь видел сообщение? Нет. Там-парам-парам-парам, я оказался возле своего корабля на какой-то непонятной для меня планете. Планета Арса Малый. А у меня... Нет, подожди, планета Римас должна быть. А, или я ее не выгрузил еще. Я, походу, ее не выгрузил. Арса Малый. Короче, в игре еще как бы замечаются какие-то проблемы, разинхроны и так далее. Я заметил. Я у Самира на базе оказался. Да? Ну давай, прыгай сюда. Где же, да, этот возможность прыгать. Ко мне прыгай. Есть. Сенич, взлетай. Окей. Вообще не вопрос. Сейчас заряжусь. Только проверь, у тебя ничего не сломалось, оборудование, может, у тебя все включилось. А, у меня баг опять. Было. Опять этот баг. Короче, когда кто-то в системе, я стреляю по астероидам, себе наношу урон. Красота. А у меня в экзокостюме нет вообще ничего. И вот тот топляк, все, что вы мне давали, оно все... Ну, это после смерти, да. Это условия выживания. Немножко хардкорнее, чем стандартный режим. Жесть. Ты появился на... прям в системе. И мне требуется кадмиевый привод, чтобы туда прыгнуть. Да ладно. У меня кадмиевый есть. А у тебя что, нет, что ли? Я могу допрыгнуть. Я не ставил, у меня слотов нет. Ты можешь прыгнуть сюда через свой корабль грузовой. Опять попробовать. Пипец. Короче, я на какой-то планете, и походу я могу вас только морально поддержать. А, я, короче, на базе Римаса по последнему выходу из корабля сохранился. Найс. Это да? Здорово. Ну, нормально. Весь лут на месте. У меня только один вопрос. Почему меня портануло на какую-то вообще непонятную планету? За что? Ладно. Раз уж у нас такие вот ЧП произошло, я тогда ребятам покажу планету, куда я хотел изначально, конечно. Да? Конечно. И завершим. Планета называется Пузырьки. Ребята, вот так вот она выглядит. Сейчас я вам покажу, она просто обалденна. Я не понимаю, что они курили, походу, либо афганский бульон, наверное, употребляли разработчики, либо, я не знаю, там, Чуйскую долину, наверное, посещали перед тем, как рисовать эту планету. Или перед тем, как ее генерировать. Это жесть. Сень, она красивая. Да, она очень красивая. И не дамажит. Да, и пузырьки. Просто, ну, реально пузырьки. Вот как дети с пузырьками играют, вот такая планета. Это просто жесть полная. Я когда зашел, я еще был сонный, думаю, блин, ничего, что, может быть, у меня уже пузырьки уже гнать начал. Селится в пузырьках. А у тебя эта планета как называется? Пузырьки. Моя? Я не назвал пузырьки. А я ее называл Кевлор Баббл. Нет, я ее пузырьками назвал. А сколько-то в твоей системе? Да. Здесь. Вот, смотрите, ребят, пузырьки. Все, что нужно было. Да, здесь, кстати, красная звезда, да, по всей видимости? Да, это красно.
Ну, я вижу только какое-то очертание какой-то неизвестной планеты. Все. Вот, смотрите, господа. Красота просто. Красотища. Здесь, кстати, сейчас... очень хороший ресурс. А этот, кадмий. Месторождение. Я его, наверное, подобываю сейчас. Красота просто. Красотища. Блин, прикольно. Блин, вообще классно. Такие реально пузыри. Я не знаю, это, какая предыстория этой планеты. Что ей можно придумать? Придумайте в комментариях. Ну, ты там долго выживешь-то? Просто первый, кто ее посетил, сильно напузырил. Вот и все. Возможно. Я тут ресурсы добываю, как бы. В общем, проблема игры. Щита, я его только что зарядил. Проблема игры — это рассинхрон, когда когда мы играем все в одной сессии. Также некоторые миссии не работают, приходится играть в соло, некоторые миссии выполнять. В общем, много чего у игры есть, какие-то проблемы. Ну, однако, я хочу сказать, что потенциал у нее огромный. В плане, ну, всего этого, то есть, как бы разработчики еще продолжают работать. Прячься. Они уже доказали то, что, ну, вот этим Next, да, патч, то, что они не запросили эту игру, и многие вернулись, даже в пик там, сколько там ребят играли. Что-то я там новость смотрел, где-то около 100 тысяч начало играть в один вечер в Стиме. То есть онлайн хороший был. Это не считая плойки. Они игру очень хорошо изменили, она действительно стала интересна. Она очень интересная стала. Мне кажется, ее релиз это был типа при альфа или альфа. Да, вот это даже не альфа, это как вот в данный момент Star Citizen, который выйдет в 2025 году, наверное. В раннем доступе, ну и нормально, никто бы даже не заговнился. Да, ну как арк, да, вот как начали. Да. И ценник у них был лютый, 2000 на релизе за то, что было с No Man's Sky, ну извините, это несерьезно. Ну, я не помню, за сколько я ее покупал, но залежи, на в тот момент... вот первые серии две было реально интересно. А потом ты понимаешь, что ты делаешь одно и то же постоянно. И оно было очень скучно. А здесь как-то, знаешь, тебя вот тянет гринд, гринд-крафт, гринд, новые технологии, гринд-крафт, грид, там битвы и прочее. Тут, кстати, Сеня, когда вот у меня же оживил флот, да, большой, огромный. Угу. Грузовой корабль и несколько фрегатов. Ну, как несколько, их очень много. Когда до меня пираты докапываются в одной и той же стиме, эти фрегаты боевые ко мне подлетают, мне начинают помогать. Ну, прикольно. Мелочь, но приятно. Хотя этих пиратов сам я раскидываю. Не, ну это клево. То есть, вот мы когда штурмовали эти бочки, ты же как раз корабль вызвал, он нам помогал, да, типа? Нет. Нет. Это нет. Помогал это, да, Никита. Ну там, без, там эти роботы как начали меня шатать, и мне аж пришлось свалить просто, и все. Ну там жизнь была, да. Отпилил, кстати, прикольная планета. И самое интересное то, что я сюда добрался до этой системы, не имея кадмического, или там, привод кадмий. То есть как бы не было у меня этого привода. За счет прыжка грузового. Да, все. Без каких-либо проблем. Так, у грузового корабля есть какая-то база внутренняя? Да, типа же был. Мне надо щит это снять. Не-не-не, я имею в виду база данных, что вот можно прыгнуть туда, сюда, там вот такое. Нет, он вот, прыгает вообще, сделать все. Это у тебя карту открываешь галактическую и выбираешь, куда прыгаешь на нем. А вот когда ты будешь прыгать на своем корабле, тебе напишут, что вы не можете прилететь к этой звезде, потому что у вас нету вот этого. Наслаждайтесь. Понял. Да-да, вот. Блин, ну прикольная планета, конечно. Мне так понравилось. Надо будет потом свою базу поставить. Так, ну ладно, сейчас я. Ну что ж, господа, это была очередная серия игры под названием No Man's Sky. С вами был Римас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, в игре есть разные проблемы, в плане все повылетали. Это был тест, это был впервые такое у меня. Ну, баги, конечно же, к сожалению, встречаются. Ставьте лайки. Всем удачи. До скорых встреч.